И начнем выпуск с очередного задержания чиновника. Стало известно, что Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал руководителя Дагестанского управления Федеральной антимонопольной службы Курбана Кубасаева со сроком на 2 месяца. Суд вынес решение об избрании меры пресечения Кубасаеву в виде заключения под стражу до 22 мая. Напомним, что по данным следствия, в 2013-2015 годах Кубасаев получил от главы государственного предприятия дирекции единого государственного заказчика Шамиля Кадиева взятки в виде денег, дорогих часов и оружия общей суммой свыше 3 миллионов рублей. В случае доказательства вины чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы. И в продолжении темы глава города Дербент Малик Баглиев добровольно ушел в отставку. Информацию об этом сегодня подтвердили в Доме правительства Дагестана. Исполнять обязанности мэра города временно будет Энрик Муслимов.